16 лет колонии строгого режима, 2 года ограничения свободы после отбытия основного наказания и 4 миллиона в качестве компенсации морального вреда. Таким стал приговор, вынесенный сегодня Свердловским областным судом 34-летнему жителю города Полевской Владимиру Ерофееву, признанному виновным в совершении разбойного нападения и убийства своей 31-летней бывшей однокурсницы Даши Хромцовой. Девушка, радуясь встрече со старым приятелем, распахнула ему дверь собственной квартиры, а тот зарубил ее заранее приобретенным для этой цели топором. Трагедия произошла 20 августа 2020 года в городе Красноуфимске, самом западном райцентре Свердловской области. Несмотря на свою красоту, наличие высшего образования, кроткий нрав и набожность, Дарья Хромцова к 30 годам оставалась незамужней, хотя и очень мечтала о создании семьи. Девушка жила в пятиэтажной Брежневке по адресу улица Рогозниковых, 45. Кем работала Дарья, нам неизвестно, зато известно, что много своего времени она отдавала волонтерской работе. Создала и администрировала интернет-сайт, а также сообщество ВКонтакте Свято-Троицкого собора Красноуфимска. В праздники трудилась в Боголюбском женском монастыре в селе Сарсы, помогая насельницам этой обители. Но летом прошлого года, как и многие в тот момент россияне, задумалась о приобретении собственного загородного дома. Дарья приобрела садовый участок и планировала приобрести автомобиль, чтобы ездить на дачу. Но поскольку опыта владения автомобилем до этого не имела, то обратилась к своим друзьям за помощью в выборе подержанной машины. Сделала она это на своей странице ВКонтакте, на которую был подписан и ее бывший однокурсник Владимир Ерофеев, работавший мастером на одном из металлургических предприятий в городе Полевском, но всегда нуждавшийся в деньгах. У меня имеются долговые обязательства. Сообщила, что планирует купить машину. Я предположил, что у нее, возможно, имеются деньги. Топор я купил заблаговременно. Узнав о наличии у знакомой денег, обвиняемый решил их похитить, совершив разбойное нападение и убийство женщины. Для этой цели 20 августа в одном из магазинов он приобрел топор, с которым и направился к своей знакомой в Красноуфимск на автомашине. Прибыв в этот город, обвиняемый совершил разбойное нападение на женщину, причинив ей топором травмы, от которых потерпевшая скончалась на месте. Ерофеев намеренно отправился из Полевского в Красноуфимск за 220 километров в надежде разжиться деньгами. Однако, попав в квартиру Даши, едва не отказался от первоначального плана, встретив там не только однокурсницу, но и ее брата. Вот что рассказал родственник погибшей на суде. Она была доверчивым человеком. Я был в тот вечер дома у сестры, а потом внезапно пришел Ерофеев. Она приятно удивилась. Он сказал, что едет из Екатеринбурга в Пермь и по пути решил заехать к ней. Я предложил ему зайти и попить чаю, но он отказался и ушел. Я ушел из квартиры через пару минут. Было около 7 часов вечера. Больше Ерофеева я не видел. Сам подсудимый сообщил, что прежде чем уйти, он в коридоре разговаривал с Дарьей и в ходе этого диалога попросил одолжить ему денег. Она ему отказала, сообщив, что деньги, 400 тысяч рублей, взяла в кредит на покупку машины. Тогда Ерофеев спустился во двор и сел в свою машину, черный Opel Astra. Преступный план, к осуществлению которого он приложил уже столько усилий, купил в магазине «Галамарт» топор «Ермак», правда, самый дешевый за 600 рублей, потратился на бензин, и этот план срывался. Но в этот момент из подъезда вышел Дашин брат. Подождав, когда тот скроется со двора, Ерофеев вновь поднялся в квартиру однокурсницы. Изначально я попросил, она мне отказала. Спустился до машины, взял топор и ударил ее. Вы попросили деньги в долг? Да. В какой сумме? 50 тысяч. После этого он похитил банковскую карту потерпевшей, на которой имелись взятые ей в кредит деньги на покупку автомобиля. Также обвиняемый похитил ноутбук и сотовый телефон. Кроме того, для маскировки, которая необходима была ему при снятии денег с карты, он взял из квартиры вещи потерпевшей, планируя переодеться в них и снять деньги через банкомат. Так он в дальнейшем и поступил. Задержать мужчину удалось вскоре после совершенного преступления в результате слаженных действий сотрудников СКР и полиции. Помимо банковской карты и кредитного договора, в котором был указан пин-код этой карты, помимо ноутбука, телефона и дамской сумочки, Ерофеев взял из квартиры убитой им подруги ее плащ и шапку. Вернувшись на своем «Опеле» в Полевской, осужденный в ночное время пришел к банкомату в женском плаще и шапке и снял 230 тысяч рублей.
По словам Ерофеева, он намеревался снять все 400 тысяч, но после исчерпания лимита снятия наличных за один раз банкомат при повторной попытке снятия денег просто съел похищенную карту. Ни полицейские, ни следователи СКР в ходе расследования не уточняли причину больших долгов Ерофеева. Сообщалось только, что он должен был микрофинансовым организациям. Однако телеграм-канал Мэш рассказал, что крупные суммы денег Владимир тратил на покупку наркотических курительных смесей. Насколько это правда, оставим на совести канала Мэш. И как ты их обналичил? Через банкомат. Потом что с деньгами? Закинул себе на счет и расплатился. Благодаря показаниям брата убитой Дарьи Храмцовой уже на следующий день полицейские смогли составить ориентировку на розыск тогда еще 33-летнего Ерофеева, сообщив, на какой машине он передвигается, и предупредив об опасности разыскиваемого. Спустя непродолжительное время убийца был схвачен в его родном Полевском. А уже 1 сентября прошлого года, то есть спустя 10 дней после убийства, его машина, видимо, родственниками была выставлена на продажу за те же самые 400 тысяч рублей, за которые несчастная Дарья Храмцова планировала купить свой первый автомобиль и которые стали мотивом ее убийства. Ерофееву были предъявлены обвинения в разбое и убийстве, сопряженном с разбоем. Знать Ерофеева Владимира Тимофеевича виновным в совершении преступления, предусмотренных пунктом В части 4 статьи 162, пунктом С части 2 статьи 105 УК РФ, назначенным наказанием в виде лишения свободы. По пункту В части 4 статьи 162 УК РФ на 49 лет с ограничением свободы на 41 год. По пункту З части 2 статьи 105 УК РФ на срок 14 лет с ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев. По совокупности преступлений подсудимый был наказан 16 годами колонии строгого режима, 2 годами ограничения свободы после отбытия основного срока. Кроме того, матери убитой, им однокурснице и ее брату Ерофеев должен будет выплатить по 2 миллиона рублей. Это не просьба о финансовой помощи, это призыв сохранить остатки честной и патриотической журналистики на Урале. Если хотите 9,5, как раньше, жестко, метко, хлестко, без соплей, то помогите нам. Станьте нашими спонсорами. Сила в правде, и мы ее постоянно показываем. Поэтому, если кто-то сможет в это тяжелое время найти небольшую сумму для новостей Черемета, будем благодарны и отработаем сполна. Просто нажмите в нашем профиле кнопку «Спонсировать» и следуйте дальнейшим указаниям и инструкциям на экране. Заранее спасибо, ребята. Вместе мы выстоим.